Василий Петрович. Он с чем-то, с автоматом или с чем? Да, у него это красная смерть в руках. А. Такой полицейский камуфляж на нем, красная повязка, тактический шлем и разгрузка. Рюкзака нет. А, ну вот, короче, бьет. Вот, да. Песни перестал петь, блин. Ну, сука, у него голос такой прикольный был, блин. Я сейчас Ромке напишу, блин, пускай, блин, голос добавит, блин. По приколу хоть это. И стрим, ну, туда, да, уж. Вот. И стрим запустить, блин. Поржать, блин. Не, по приколу, когда они там разговаривают, что-то. Ну, он не матерится, но такие у него там словечки, блин, ну, вообще. Да. Как завернет что-нибудь. Оленя. Ну, чё, Петрович, пошли мне торговать мясом. А ты далеко сейчас где-то? Я на это, на базе ВМФ. Блин, а чё пати не показывают? Хуй знает, чё не так, блин. Вот у меня пати есть, Андрон 1709, Серега 58. А, может, это у тебя, слышишь, осталось еще то или чё? Да не, я недавно, на днях новую просто делал. Ангел, потом антикраш какой-то. Вместе играли с ребятами. Ну еще раз кину тебе. Принять. Вы уверен, что хотите принять этого игрока в свою? Да. Игрок уже приглашен в эту. Опа. Кролика. Кролика отстреливает. Ну-ка, а где кролик-то? Эй. У меня что, с глушителем получается? Да. Слышу, пук-пук. Отстал, блядь. А где кролик? А, вот он лежит. Сука. Блядь, охотится, блядь. Смотри. Снять шкурку. 8000 принес, блядь. Петрович мне. Так и слышишь, можно так и слышать. Это на военку, да, отправить на вертолете сам, а он там туда пусть бежит. Их медведи перебивают. Ну, не знаю, медведи, наверное, не перебивает, но, блядь, оружие-то у него, видишь, не особо слабовато. Такое. Слабовато. Ну, зато у него патронов там. Не кончаются у него патроны, да. Молодец, кролик. Пук-пук, два выстрела, и кролик лежит. Блять, интересно, вот если его туда привести к ботам, как он с ними справится, не справится? Вот, а тебе надо туда подойти тоже, да, как бы? Ой, или... пешком-то далеко пиздячить туда. Хотя, чё, вот старый собор, вот вересник. Пойду мясо продам сейчас, пойду в твою сторону туда. Тебя бы он с заботы не принял. Не, я уже сброшу. Я мирный.